объятия, улыбки счастья, может, неверие еще в свой успех. Это далеко не все чувства, которые охватили торпедовцев после окончания матча. Что там обсуждать? Все признавали жеребьевку для автозаводцев крайне неудачной и заранее обрекали команду на поражение. Даже после ничьей в Манчестере, когда команда сотворила маленькое чудо, отнюдь не повысились шансы торпедовцев. Все осложнялось еще и тем, что у команды на протяжении всего сезона не просматривалась игра. После встречи можно сделать вывод, что торпеда была сильнее в тактике и в самоотдаче футболистов. Все-таки при всей своей силе английский футбол консервативен. Темп, дисциплина, причем строжайшая, хорошая атлетическая подготовка – вот компоненты, на которых держится футбол в Англии. Торпедовцы оказались изобретательнее соперников. В первом тайме еще чувствовалась скованность автозаводцев перед авторитетом англичан. Похоже, во второй половине психологический груз болезни был снят, и команда заиграла намного легче и изящнее. Может, еще далеко до полной гармонии в действиях торпедовцев, но проблески будущей игры явно просматривались. Удачлив был вратарь Подшивалов уже в послематчевых 11-метровых. Кстати, торпедовцы могли и не допустить их. Во всяком случае, Талалаев имел момент, чтобы забить мяч. Это последний удар, который отразил Подшивалов. Торпедовцы вышли в следующий круг Кубка УЕФА.